Благослови ему Царству Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Мир достойный будет и нетленного Царствия в ней крещаемым. Господу помолимся. Раб Божий Игорь, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Крещается раб Божий Вячеслав во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Крещается раб Божий Алексей во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Боже Александр, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Ногами начинает. Лариса. Крещается раба Божия Лариса во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Крещается раба Божия Галина во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пенечка, спускаемся, ногой. Может быть, ну не лойка, ну ты чё, маленькая школа, не ты чё. Ну вот, она ещё на лойку. Сердце у вас ходит. Помаленечко. Вот так. Все, встало, да? Хорошо стоит? Хорошо стоит. Ну и все. Ничего, успокойся. Успокоилась. Имя твое? Мария. Мария. Погружаемся, притянем. Я торопиться не буду. После каза немножко захнешь и не бойся. Сама благословит. Мария. Крещается раба Божия Мария во имя Отца. Аминь. Хорошо, присаживаемся. Так. И Сына. Аминь. И Святаго Духа.
Аминь. Имени Кришны и во веки веков. Аминь. Ну, все. Давно не купались, наверное. Да, ну. Давно. Забыла уже. Ну, еще на ступенечку пониже. Рукой берись, он заперелся. Да? Угу. Вот так вот. Стой. Во. Немножко прыгать на водичку. Ну, теплая же вода, правда? Ничего. Все. Можно. Зачем? Она все нет, вон. Так, опускайся, я буду держать. Угу. Присаживаемся пониже. Хорошо, не ойкаем, ничего. Молись, Господь, чтобы прийти. Крещается раба Божия Мария во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крещается раба Божия Ирина во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крещается раба Божия Нина во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крещается раба Божия Вера во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Имени и присно, и во веки веков. Аминь. Надежда. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Имени и присно, и во веки веков. Аминь. Вольных и невольных грехов оставления тем даровавый, сам Владыка все царю благоутробни даруй, тем печать дара святаго всесильным поклоняемого Твоего Духа и пресвящение святаго тела и честной крови Христа Твоего, сохрани их в Твоем освящении, утверди в православной вере, избави от лукавого и всех начинаний и спаси всем. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. 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 Потому что с верою, приступая к всему таинству, вы получаете от Господа, Бога нашего, Иисуса Христа, оставление своих грехов. Вы сегодня восстали для новой жизни во Христе. Да пусть же это таинство, оно послужит вам во спасение. И та благодатная сила, которую вы здесь сегодня получили, пусть поспешествует вам во все дни вашей жизни. Храните сей дар Святаго Духа, который вы получили сегодня здесь. Бойтесь, чтобы Дух Святой не оставил вас, ибо знаем, когда мы согрешаем, то это может случиться. Согрешил некогда пророк Божий, и
он в слезах просил Бога, чтобы Господь не отнял его от него Духа Святаго. А отнятие Духа Святаго – это есть уже смерть. Все, тогда наступает духовная смерть. Это страшное тогда состояние человека. Виктор Андреевич, подождите, здесь это плохо. А Кирилла Иерусалимского, пусть будет вам наставлением. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Живите по наставлению, которое оставил Дух Святой. Все остальные книги, все философские трактаты, все исчезнет, сгорит. Иоанн Богослов говорит, я видел, как по небу, посредине неба летел ангел, держа в руках вечное Евангелие. В этот день вы много слышали из Святого Евангелия. Евангелие наставит вас правильной семейной жизни, гражданственной, божественной и поможет разрешить все вопросы. Обращайтесь за толкованием к святым отцам, и какой начаток получили, продолжите его. Придет время, не миллионы, а миллиарды людей позавидуют вам. В какой чистоте, святости вы услышали о Христе? Ничего не чище святей православной веры. И мы видим, что враг с ней сделал. Вам, Господь, позволит соприкоснуться с этой красотой, святостью. Будьте добрыми свидетелями. Не заройте этот дар. Просите сейчас все у Бога. Силы быть благовестниками. Как Мария Магдалина. Как Фатина Самарянина. Как Нина Просветительница Грузии. Как святые равноапостольные Иннокентий. Поистине он достоин этого названия. Просветитель Японии Николай. Те, которые переводили на разные языки Слово Божие, чтобы на русском языке зазвучало Слово Божие, чтобы русский народ, хотя остаток его, познал Христа как должно. Бог вам всем в помощь. И искренне завидую вам всем. Пусть Господь сохранит и доведет всех вас и нас до обещанной пристани Царствия Своего. Им слава во веки. Аминь. Разогревается, комары налетят с казадой. Два, три, раз, два, три. Посмотрите, как мужчины все здесь, и как женщины, почти никого нету. Девочки, все. Хорошо, левой, два, правой, два, левой, два, правой. Вот люди создают себе всякие проблемы, запомните, сами, непослушание. Вот Тимошина мама, это образец. Опять ее нету с нами. Она один день пробыла, и батюшка ее сразу одну спросил, когда провожала. Ну что у тебя? Все хорошо. Он говорит, да ты что, ведь это? Ну, солнце-то закатилось, ты еще спать не легла, проблему ты создашь тебе сегодня. Точно так, забрела туда в чужой дом, накрутила, у нее нет без проблем. Почему? Легион. Легион злых. Но сегодня все здесь, она нету, ее нету. Ну здесь еще создавать особый порядок, режим, ничего подобного, все переломаешь. Ну давай по-твоему, мужик, на завтра нас кто-то бросает, и на новый создавать будет уже. Попробуйте мне поделать. Давай по-твоему режиму жить. Да, ждет. Он замечает, Надежда Николаевна. Одна. Все равно ты не подчиняешься никаким законам. Не существует в Вселенной такого человека, чтобы тебя обуздал. Прошу, присутствуй всех. Ни на шаг никуда не отделяйся. Общему режиму подчинитесь. Сейчас остается одна. Ни один человек заметил, старые, седые, молодые, полные, тощие, все подчиняются, одна ты выходишь из этого режима. Причин никакой нет, там бумагу напиши, ты ничего не напишешь, нету. Там Вильзиула ты не сон. Чудо Божие, третья часть жизни. Это такая интересная эта третья часть, интереснее настоящей жизни бывает. Такое расскажешь, уму непостижимо. А как начнут жизни толковать, это еще целая сфера. Целые сонники пишут. Позавчера мы долго сидели беседовали уже в ночи. Люда, Таня, там Женя, батюшка, я.
Уснул, снится мне Таня Петеримова. Полночи я ее еще на руках носил. Чистенькая, беленькая, я вот так нашел. Вот приятно мне было, проснулся, думаю, скорее усну, еще раз увижу. Нет, другая пошла картина. Все, там то ли серия кончилась, то ли я не знаю. Я ей говорю, Джордж, я тебя видел, ты такая, носил, прямо что-то с тобой дешевка, вот так вот на руках, ты на достижке где-то. Она, наверное, помру. А ты откуда взяла, ты не знаю. Алкование там все просто остановило. Так, откинулись назад, сверху посмотрели. Как я не понимаю? Ай, машина, машина.